Всем привет! Сегодня я покажу анимации, которые должны были использоваться в режиме проверки, но их по какой-то причине убрали, хотя сами анимации остались в файлах игры. Приятного просмотра! Для демонстрации анимации я сделал мод, который возвращает их в игру. Кстати, это урезанная версия моего мода, который я сейчас разрабатываю. Когда мод будет полностью готов, я дам ссылку на полную версию. Вот первая анимация. Ее нашел Окер. К сожалению, видео она будет без музыки, потому что YouTube не разрешает, но в самом моде музыка есть. А вот следующая анимация. Здесь она тоже без музыки, но в моде музыка есть. Следующая анимация — это еще одна вариация предыдущей. Музыка у нее такая же. И последняя анимация тоже вариация предыдущей, но у нее вообще музыки нет. На этом все. Следующее видео будет про мои моды. Спасибо за просмотр.